Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. В Самаре на один пункт полиции стало больше. В торжественном открытии принял участие временно исполняющий полномочия главы города Иван Носков. Увековечили память выпускника. В 38-й школе открыли мемориальную доску, посвященную погибшему на СВО Ивану Воронину. Отправили все самое необходимое. В областной столице продолжают собирать гуманитарную помощь для военнослужащих. В России отмечают День работников транспорта. Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил самарцев и рассказал о поддержке отрасли в регионе. Поездка с выгодой. В самарском общественном транспорте действует оплата проезда через СБП. Как ею воспользоваться и сколько можно сэкономить? В Куйбышевском районе Самары открыл свои двери новый офис участкового пункта полиции. В торжественной церемонии приняли участие участковые районы и почетные гости, среди которых начальник ОМВД России по Самаре Дмитрий Урюпин и временно исполняющий полномочия главы города Иван Носков. Где находится новый офис и какие территории города ему подведомственны, расскажем в нашем материале. Рабочая обстановка, современное оснащение, отвечающее требованиям безопасности и доступности для различных категорий населения. Участковый пункт полиции номер 70 в Куйбышевском районе Самары переехал с улицы Центральной в новый офис по адресу Южное шоссе 9. Здесь свою службу будет нести майор полиции Николай Кривов. За его плечами 20 лет службы в правоохранительных органах. По словам участкового, новое помещение позволит во всех смыслах стать ближе к людям. В данном участковом пункте есть места для ожидания. Граждане, обратившие, все будут приняты, всем поможем. В торжественной церемонии открытия нового офиса участкового пункта полиции принял участие временно исполняющий полномочия главы города Иван Носков. Он поблагодарил собравшихся за службу и пожелал продуктивной работы в новых стенах. От того, как вы работаете, с каким настроением вы идете на работу, зависит очень многое. От души желаю вам каждому хорошего настроения, здоровья, чтобы дома у вас все было хорошо. И с хорошим настроением шли на работу. Еще раз лучше домой. Офис будет обслуживать 2 административных участка, на каждом более 3500 человек. Участок обслуживает территории от поселка Рубежный до улицы Центральной, включая поселок Песчаная Глинка и микрорайон Завидово. Город стремительно развивается, много застроек с целью взаимодействия с населением. Сегодня здесь открывается участковый пункт полиции для работы с гражданами Куйбышевского района. График работы нового пункта полиции по адресу Южное шоссе 9 и контакты участкового уполномоченного полиции можно узнать на сайте Управления МВД России по городу Самаре. Галина Запилина, Константин Головин. События. Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей для участников СВО. Это сделают при условии, что боец заключил контракт с 1 декабря текущего года. Как отметили в пресс-службе, списывать будут займы, по которым уже возбуждено судебное производство. Также кредитные обязательства отменят, если мобилизованный погиб, исполняя долг перед Родиной, или если суд объявил его инвалидом. Напомним, в Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева единовременная выплата за заключение контракта составляет 2 миллиона рублей. За год можно заработать 4,5 миллиона. Также увеличена до 100 тысяч рублей сумма выплат за содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта. Кроме того, в регионе действует более 30 мер поддержки для военнослужащих и членов их семей. Горячая линия и консультационный центр «Победим вместе» работают в Самаре круглосуточно. Телефон указан на экране. Мы все-таки за Россию. Мы пошли непосредственно за то, что все-таки ребята там все. Надо помогать своим, как сказать, простыми словами, да, за Родину. В 38-й школе Кировского района торжественно открыли мемориальную доску ветерану СВО. Иван Воронин погиб 1,5 года назад. Каким его запомнили близкие и учителя родной школы, расскажет Сергей Кизоркин. В 38-й школе Кировского района торжественно открыли мемориальную доску, посвященную Ивану Воронину. Он погиб в мае 23-го года, выполняя воинский долг в зоне СВО. Получил орден мужества посмертно. В этой школе Иван учился с 1 по 11 класс. Учителя запомнили его смелым, добрым и готовым всегда прийти на помощь. Мы его за глаза звали «Солнышко», потому что он всегда улыбался, всегда был добрым. И, к сожалению,
Война забирает лучших. К сожалению, погиб, совершил подвиг. И мы решили, что мы должны увековечить память об Иване. И поэтому открываем доску, открыли парту героя, посвященную ему. В открытии мемориала приняла участие вдова Оксана Воронина. Почтить память героя пришли родители и родственники погибшего военнослужащего. Я благодарна всем тем, кто сегодня пришел. Ваня был прекрасным мужем, верным другом, просто прекрасным человеком. Я благодарна родителям, что они мне подарили, воспитали такого прекрасного мужчину. Я благодарна, что успела подарить мне дочь, продолжение свое. Я горжусь своим мужем. Мой сын останется в памяти, и вам всем, живущим, хочу сказать, живите за него. Он любил жизнь, умел ей радоваться. Живите за него. И за тех мальчишек, которые там остались. Помогли в установке мемориальной доски Ивану Воронину Фонд «Защитники Отечества» и администрация Самары. Иван будет всегда в нашей памяти. Мы его точно не забудем. Хотел бы побыстрее, чтобы все это закончилось. Надеюсь, что мирное небо над головой у нас в ближайшее время точно будет. И наши ребята вернутся со специальной военной операцией. В церемонии открытия мемориальной доски принял участие юнармеец Егор Янадейкин. В будущем он планирует поступить в военное училище и стать кадровым офицером. Рассказывает, что мемориальная доска в честь Ивана Воронина будет мотивировать его на подвиги как в армейской, так и в мирной жизни. Я буду подходить к этой доске ежедневно и вспоминать этого человека, потому что он погиб за нашу страну. В школьном музее сейчас готовят к открытию экспозицию, посвященную Ивану Воронину. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События. Маскировочные сети, теплая одежда, продукты. Из Самары в зону СВО отправилось 3 машины с гуманитарным грузом. Одна из них везет медикаменты и средства связи, в другой – дизельный генератор на 60 киловатт, который обеспечит электричеством несколько десятков блиндажей. За погрузкой машин наблюдала наша съемочная группа. Из Самары с любовью 3 машины с гуманитарным грузом сегодня отправились в зону СВО. Собирали его депутаты губернской и городской думы, студенты, школьники, неравнодушные жители. В очередной раз городское сообщество откликнулось от мала до велика, от детей дошколят, которые написали письма, изготовили мягкие игрушки. Мы их тоже в этот раз доставим ребятам. Ну и, конечно, необходимо все для по сезону. То есть заявка поступила по сезону, это и блиндажные печи, сваренные в том числе студентами наших колледжей, это и окопные печки, и вылитые окопные свечи. Маскировочные сети, теплая одежда, консервы и вода. Для строительства блиндажей, скобы и мотки, полиэтиленовой пленки. Еще одна машина везет медикаменты и средства связи. Во благо тех, которые воюют на переднем крае, а воюют они героически. Вот сейчас вы представляете, вот в грязи они же там, в земле. И день, и ночь постоянно. Там надо искупаться, там надо и помыться. Одно из предприятий города предоставило дизельный генератор на 60 киловатт, который обеспечит электричеством несколько десятков блиндажей. Андрей Бессонов, Виктория Шаре, Константин Головин. События. На работу и в школу, в детский сад и в университет. На самарских дорогах появляется все больше довольных пешеходов и автомобилистов, ведь дороги приводят в нормативное состояние. Какие объекты улично-дорожной сети отремонтировали дополнительно, расскажет Полина Чулюкова. Дороги города продолжают приводить в нормативное состояние. Ноябрьская температура, которую синоптики назвали аномально высокой, и незначительное количество осадков во второй половине месяца позволили подрядчикам Департамента городского хозяйства и экологии Самары трудиться в режиме теплого сезона. В частности, по контрактам на средства, выделенные на эту осень по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, взяли в работу дополнительные участки дорог. Так, на улице Рижской отремонтировали проезжую часть, ведущую к социальным объектам, школе и МФЦ. Новое покрытие уложено из высококачественной смеси последнего поколения. Гарантия на такое дорожное полотно – 5 лет. Люди у нас ходят везде, дети у нас тоже везде. Но, естественно, там, где вот прям что называется тропинка в школу, в детский сад, это под особым контролем. Особенно рады обновленной дорожной инфраструктуре жители города. Я прихожу в МФЦ, и то, что вот когда непогода, что очень хорошо пройти по асфальтированной дороге без луж,
без колдобин. Сейчас очень хорошо стало. Ну, сейчас-то дорога-то хорошая. Дорогу сделали. Спасибо за это. Еще один обновленный объект – Днепровский проезд. Здесь пролегают маршруты общественного транспорта, и ровная дорога необходима. Работы, как и на Рижской улице, выполнили методом больших карт по всей ширине проезжей части. В предыдущие годы и сезоны здесь производился только аварийно-ямочный ремонт, поддерживающий. С учетом обращений жителей, благодаря перераспределению средств, в этом году устроено высокопрочное покрытие. Дорога чудная, конечно. До этого прям ямы были, яма на яме, а сейчас чудо, спасибо. Страшновато здесь было, но сами сейчас видите, красиво, ровненько. Напомним, что в Самаре в 2024 году ремонту дорог уделили особое внимание. Только благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» обновили свыше 45 километров дорожного покрытия на 36 участках. За их состоянием следят. Подрядчиками круглосуточно организована уборка. В настоящее время работы в рамках содержания ведутся в штатном режиме. Механизированная и ручная очистка и подметание с использованием щеточного оборудования. За предыдущие сутки в уборке всех городских территорий задействовали 297 единиц техники. И около 3500 дворников и дорожных рабочих. Днем 20 ноября на улице города, во дворы, общественные пространства и на внутриквартальные территории направили 173 уборочные машины и 3294 человека для работ вручную. На совещании, прошедшем в профильном городском департаменте, обсудили и подготовку к работам в зимних условиях. Например, только за последние сутки для противогололедной обработки завезли 126 тонн реагента «Галита». Всего же его запасы пополнили до 903 тонн. Полина Чулюкова, Константин Головин. События. Сегодня в России День работника транспорта. В этот день, в 1809 году, император Александр I учредил первый в стране единый государственный орган в сфере транспорта, управления водяных и сухопутных коммуникаций, а также корпус инженеров путей сообщения, институт при нем. История развития транспортной системы России неразрывно связана с экономическим и социальным развитием страны. Сейчас в транспортной сфере заняты 4,5 миллиона человек трудоспособного населения. Это работники дорожного хозяйства и воздушного транспорта, автомобилисты и железнодорожники, моряки и речники, сотрудники метрополитена, специалисты по мультимодальным перевозкам и многие другие. Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта с профессиональным праздником. Он отметил, что вхождение Самарской области в международный транспортный маршрут Европа-Западный Китай открывает большие перспективы. Увеличение грузопотока окажет положительное влияние на экономическое развитие региона и качество жизни граждан, будет способствовать повышению транспортной доступности, инвестиционной привлекательности губернии, росту ее градостроительного туристического потенциала, укреплению торговых связей с другими регионами России и зарубежными странами. Глава региона поблагодарил работников транспортной сферы за честный и самоотверженный труд на благо людей, высокую ответственность при выполнении своих профессиональных обязанностей и пообещал оказывать всю необходимую поддержку в части совершенствования транспортной инфраструктуры, обновления парка пассажирского транспорта, кадрового обеспечения и решения многих других вопросов, связанных с развитием отрасли. В Самаре работников общественного транспорта поздравили с профессиональным праздником. Как сегодня организована работа транспорта в городе и какие планы на следующий год, расскажет Полина Чулюкова. Уважаемые пассажиры, рады вас видеть на борту нашего автобуса, наш профессиональный праздник. Приятных вам поездок. Первая и единственная профессия Вадима Челышкова – водитель автобуса. На эту работу он пришел в начале 90-х, сразу после службы в армии. С тех пор влюбился в свое дело и продолжает работать на автотранспортном предприятии, выполняющем перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам. Вадим рассказывает, за долгие годы уже знает в лицо некоторых пассажиров. Сегодня мужчина не только управляет автобусом маршрута номер 67, но и обучает младших товарищей, а также руководит спецколонной, которая в ночные смены заправляет и моет автобусы. Также перегоняет их на ремонт и техобслуживание. Здесь ездишь, люди, народ, то есть как бы на свободе с какой-то стороны. То есть ты видишь все происходящее, приезжаешь на вокзал, смотришь суету людей, которые входят, выходят с вокзала. Вот это вот мне вокзал вообще нравится, там какие-то новые веяния, новые люди.
За безаварийные рейсы, образцовое обслуживание пассажиров, ответственное отношение к работе Вадим Челушков в числе награжденных. 20 ноября работники транспорта отмечают свой профессиональный праздник. Их важную работу отметили представители Департамента транспорта администрации Самары, городской думы, профильных региональных министерств, профсоюзные организации. Награждение прошло в Музее транспорта на улице Пугачевской. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили водителям, кондукторам, диспетчерам, инженерам, мастерам ремонтных зон и другим отличившимся сотрудникам. Их более 40 человек. А перевозят ежегодно до 450 тысяч пассажиров. Практически каждый второй житель нашего города каждый день пользуется общественным транспортом. И от того, насколько мы будем хорошо, правильно, грамотно работать, насколько будет правильно и грамотно составлено расписание движения транспортных средств, зависит, ну, по факту, там, нормальная жизнь каждого человека. Каждый человек утром едет на работу, едет домой, поэтому, естественно, это чрезвычайно важно. В сфере общественного транспорта сегодня начинают работать все больше молодых людей. На предприятиях стремятся окончательно преодолеть кадровый голод, обеспечить хорошие условия труда, достойные заработки, качественную подготовку сотрудников. Например, водителем городского электрического транспорта можно стать после подготовки в учебном центре МПТТУ. Во время бесплатного обучения выплачивают стипендию. При трудоустройстве подъемные 100 тысяч рублей. При этом на всех предприятиях для молодых сотрудников предусмотрены ежемесячные доплаты и полный социальный пакет. Наставники помогают новичкам войти в коллектив, овладеть навыками работы и на технике последнего поколения. Для них предоставляются льготы. Для иногородних граждан предоставляется общежитие. Так, скоро в Самару командируют порядка 20 водителей автобуса из Дагестана, которые откликнулись на предложение в рамках рекрутинговой кампании. Кадровая работа ведется активно. Совместно с Центром занятости, с Министерством труда и занятости, молодежь начинает заражаться вот этим общественным транспортом. Это благодаря тому, что новые автобусы вышли на линию, они обращают внимание на дизайн. Нам очень много отзывов положительных было. Не только социальная сфера, но и условия труда становятся лучше. Например, в прошлом году на маршруты вышли 12 новых трамваев, а также 50 новых автобусов большой вместимости. В 2024-м на линию вышли 109 новых автобусов. Перевозчик закупил 69 автобусов большого класса и 40 автобусов среднего класса. Задействованы в перевозках и 3 недавно модернизированных трамвая «Татра». Заменены корпус, начинка, салон и оборудование. В планах и модернизация 10 вагонов Усть-Катавского завода. Не менее 3 единиц транспорта будут переоснащать ежегодно. В декабре в Самару поступят 3 новых 3-секционных трамвайных поезда. Напомним также, что из бюджета Самарской области выделено 6 миллиардов рублей на период 2024-2026 годов. Заключен договор лизинга на поставку 71 односекционного трамвайного вагона «Львенок», в том числе 40 единиц в 2025 году. Трамваи начнут поступать с февраля. Еще 31 трамвай пополнит парк ТТУ в 2026 году. Кроме того, продолжит капремонт трамвайных путей на улице Новосад от улицы Нововокзальной до завода имени Тарасова с обеспечением бесплатных для пассажиров автобусных компенсационных перевозок. Также в городе обновят несколько тяговых подстанций и ряд участков контактной сети. Специалисты отмечают, весь новый транспорт комфортабельный, с современным оснащением, полностью отвечающим требованиям безопасности. Но безопасность рейсов зависит также от водительского мастерства. После торжественной части дополнительный инструктаж транспортникам провели сотрудники госавтоинспекции, чтобы привлечь особое внимание к соблюдению правил дорожного движения и перевозки пассажиров в условиях предстоящей зимы. Безопасность перевозок, ну, самое первое, это безопасность перевозок, я считаю, это соблюдение скоростного режима и дистанции. Внимательность водителя. Вот, допустим, сейчас автобус с отдельной кабиной, то есть тебя мало кто отвлекает, ты сосредоточен полностью на дороге, на людях, которых ты везешь. Пассажиры Самары также поздравляют работников транспорта с их профессиональным праздником. Чтобы хорошо работали. Мужчины, они и поднимут руку, дадут, поднимут, гордо поддержат. Мне понравился новый маршрут 87. Очень удобный и хорошо ходит. Дизайн хороший. Пожелать удачи, продуктивной работы и чтобы думали о нас, пассажирах. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События. Удобно и выгодно. В общественном транспорте Самары можно оплачивать поездки через систему быстрых платежей. В салонах автобусов, трамваев и троллейбусов устанавливают специальные таблички с QR-кодом. Всех, кто использует новый способ оплаты, ждет приятный бонус. Стоимость поездки до конца года будет примерно на треть меньше.
Как работает новый способ оплаты и как его оценивают сами самарцы, выяснили наши корреспонденты. В общественном транспорте Самарской области реализуется новый способ оплаты разовых поездок. Жители региона могут расплачиваться за проезд по QR-коду с помощью системы быстрых платежей. Для этого в автобусах, троллейбусах и трамваях устанавливают специальные платежные таблички. Ими оборудовали уже около 900 транспортных средств региона. Расплатиться можно двумя способами. Приложить телефон с функцией бесконтактной оплаты NFC к табличке, либо отсканировать камерой смартфона, нанесенный на табличку QR-код. И мы видим, что пассажиры активно пользуются предложением от системы быстрых платежей со скидкой 11 рублей. И только за первый месяц действия предложения от системы быстрых платежей пассажиры уже сэкономили около 1,5 миллиона рублей. Скидка применяется автоматически. Действовать акция будет до конца года, до 31 декабря включительно. Самарцы отмечают, что ездить в общественном транспорте стало гораздо выгоднее. Выгода в любом случае, получается, есть, а удобство, мне кажется, это зависит от человека, кому как удобно. Комфортно оплачивать, стоимость проезда дешевле, 24 рубля выходит. Это удобно, то, что не нужно с собой носить что-то дополнительное, и сам факт, что это экономия. Для многих, кто ездит на общественном транспорте, это действительно существенно. 11 рублей с каждой поездки. И дважды даже в день это 22 рубля, это стоит того. Выгода очевидна, и поэтому на самом деле это имеет значение, и это имеет смысл. Это, по крайней мере, выгоднее получается. Вот. Я как студент плачу по студенческой карте, и это мне еще более выгоднее выходит. По QR-коду, ну, это лучшее решение. По словам пассажиров, нововведение делает поездку комфортнее, поскольку не нужно дожидаться кондуктора, можно отсканировать QR-код и чек сохранится в телефоне. Там прописано время оплаты и номер транспортного средства. Чек всегда можно предъявить ревизорам. Полное правило предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, доступно на сайте вампривет.ру. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События. В Самаре подвели итоги навигации. Экипажи служебных катеров ОМОН «Смерч» на транспорте управления Росгвардии по Самарской области совместно с представителями контролирующих органов приняли участие более чем в 100 оперативно-профилактических мероприятиях, которые проводились в акваториях рек Куйбышевского водохранилища. В отношении 14 жителей региона возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». На шестерых составлены административные протоколы. Также стражи правопорядка обнаружили и изъяли у задержанных наркотики и нелегально хранившееся оружие. Почти 400 тысяч рублей штрафов было наложено на правонарушителей правил судовождения. Ущерб природе на сумму более чем 1 000 000 рублей предотвращен сотрудниками Росгвардии и представителями Росрыболовства. В водоемы вернулись более 4500 особей раков и рыбы, попавшихся в расставленные браконьерами ловушки. В самарских школах отметили Всероссийский день правовой помощи детям. На эту тему со старшеклассниками пообщались представители Уполномоченного по правам человека Самарской области. Ученикам рассказали об их правах, обязанностях и ответственности, которые они несут в разных жизненных ситуациях. Профилактические беседы проводят для предупреждения детских и подростковых правонарушений. Тему продолжит наш корреспондент. Всероссийский день правовой помощи детям в Самаре проходит масштабно в спортивном лицее. Представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области рассказал о работе организации, как она может помочь в сложных жизненных ситуациях. Затем школьники засыпали эксперта актуальными вопросами на злобу дня. Они действительно заинтересованы и в защите своих прав, и в помощи своим одноклассникам, соседям, друзьям, которые сами не знают, куда обратиться или не знают, что нужно сделать для того, чтобы защитить свои права. Ребята готовы им помогать, достаточно глубоко погружены в тему и радует, что правовое просвещение, оно очевидно все больший круг людей захватывает. В Самарском спортивном лицее подобные встречи стали уже традицией. По словам директора Ларисы Фурсовой, это помогает подросткам успешно адаптироваться во взрослой жизни. Очень здорово, что уполномоченные по правам человека приходят к ребятам. Потому что есть очень такие, знаете, вроде бы дети, а есть очень серьезные вопросы. И я рада, что ребята могут знать, что у них не только есть права, у них есть еще и обязанности, а самое главное, что еще и за ответственность. И вот это вот трио, оно очень важно для будущих граждан нашей страны. Старшеклассница Анастасия Хренкова из спортивного лицея отмечает важность таких встреч. Подросток должен знать все, каждый из этих критериев –
свои права, что он может отстоять, чтобы другие люди не нарушали их, свои обязанности, которые подросток должен исполнять. А в 57-й школе в поселке Волгарь разговор пошел об ответственности несовершеннолетних за административные и уголовные преступления. Приводим конкретные примеры, случаи, чтобы они не просто на словах понимали ситуацию, а жизненно ориентировались на конкретный пример, чтобы не было, было представление. И чтобы самое главное, не допускали они в будущем такие промышления, не дай бог, преступления. Школа закончится, дети выйдут в большую жизнь. И очень важно, чтобы дети понимали не только свои права, но и меру своей ответственности за все совершенные им поступки. Старшеклассники от встреч с экспертами в формате вопрос-ответ остались довольны. Это в любом случае помогает, независимо с какими экспертами и какой в области. Это в любом случае поможет хотя бы одному человеку. Самарские школьники регулярно встречаются с разными экспертами, с сотрудниками банка по кибербезопасности, с полицейскими по административной и уголовной ответственности. Все это делается для того, чтобы обеспечить молодежи комфортную и безопасную жизнь. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. С начала года по программе капремонта в Самарской области отремонтировали 729 домов. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что процесс обветшания домов невозможно прекратить, но можно продлить срок службы зданий. На это и нацелено своевременное проведение капитального ремонта. Всего с 2014 по 2023 год в Самаре отремонтировали 2643 многоквартирных дома, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Для отдельных категорий граждан, имеющих регистрацию в Самаре, городской департамент опеки, попечительства и соцподдержки предоставляет компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения. Для оформления выплаты нужно обратиться в МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Выплата предоставляется одиноким матерям, воспитывающим детей до 18 лет, многодетным семьям, где есть трое и более детей до 18 лет, семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей-инвалидов. Подробную консультацию можно получить по телефону 332-16-36. Решать вопросы ЖКХ удобнее с помощью мобильного приложения «Госуслуги Дом». Приложение на базе ГИС ЖКХ помогает собственникам квартир управлять домом с мобильного устройства, передавать показания приборов, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, подавать заявки, голосовать на собраниях и многое другое, напоминает телеграм-канал промышленного района. В Кировском районе состоялся конкурс фестиваля «Гид-бригад юных инспекторов движения». В гимназии номер 133 прошел районный этап конкурса, посвященный безопасности на дорогах. Цель мероприятия – расширение знаний детей о правилах дорожного движения, формирование поведенческой культуры и закрепление навыков безопасного поведения на проезжей части. Победители конкурса получили грамоты и сладкие призы, пишет телеграм-канал Кировского района. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи.